feel so damn goofy. Я росла без просвета, в Заковии, в гетто. И весь мир возненавидела вскоре за это. Брат учил давать сдачи, я всех расфигачу. Отойди, не то тоже попадешь под раздачу. Ты не из моей лиги, тут нет интриги. Для меня чужие помыслы, открытые книги. Так что каждый твой шаг я знаю наперед. Скачи домой скорее, там тебя Джон Малкович ждет. Залезь в мои мысли и охренеть от них. Того ада, что достался мне, хватило бы и на троих. Псих? Да, затих? Никогда! Регулярно пополняется жертв череда. Пожалели все когда-то оскорбившие меня. Ведь оснастил я пулеметами верного коня. И даже сдохнув от меня, злодеи скрыться не смогли. Поскольку я могу буквально достать из-под земли. Вы посмотрите, кто оскалил свой нечищенный клык. Дезертир, что был клеймен когда-то, словно стадный бык, своими пушками. Ты, может, ужас и внушал врагам, но я могу взмахнуть рукой, и ты застрелишься сам. Предметы двигать силой мысли — это доля слабаков. К тому же у тебя ведь явно не хватает мозгов. Ты была слепым орудием на поводке Альтрона. Встречай того, кому никто не указ. Хекс Джона! Кто победил и пройдет в следующий этап? Решать тебе! Если думаешь, что алая ведьма, кликай по левому окошку. А если голосуешь за Джону Хекса, то по правому. По количеству просмотров этих видео и определится победитель. Голосуй! Им нужен твой голос, голосуй!